сыровары, пасечники, садоводы, пекари. Мастера со всей страны, в том числе участники конкурса «Вкусы России», привезли свою лучшую продукцию на фестиваль фермерской еды «Свое». Наш одинцовский предприниматель Галина Рязанова представляет необычный полезный напиток – звенигородский дубовый кофе. Мы представляем на «Вкусах России» наш кофе и музей, где можно приехать попробовать этот кофе и узнать про историю дуба у нас под Звенигородом. Вкусные яркие дары осени можно приобрести на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». Фермеры здесь торгуют сами, поэтому гости могут продегустировать деликатесы, а при желании узнать из первых уст секреты приготовления. Мы восстанавливаем народное ремесло. Это именно квас так варили в 19 веке, когда томился солод в печи, потом дробилось зерно, на этом отваривалось сусло. И на процеженном уже, на таком, на густом, только потом даже сбраживается квас. Это в советское время, после революции, была утрачена практически полностью технология. Мы занимаемся ее возрождением. А здесь вот у нас еще такой с нами друг, который нам помогает в теплое время года квас разнообразить. Мы варим тоже старинный русский напиток с битень травяной. Здесь тыквенные галереи, сибирские рецепты, ягоды, грибы. Виктор привез на фестиваль сыры из семейной сыроварни. Признается, придумывать необычные сочетания и рецепты – любимое дело. Моя тетя за 13 лет прожила в Италии и занималась там изучением всей культуры. Не только сыроделия, а еще в целом, в принципе. Вот, поэтому я предлагаю вам посмотреть нашу продукцию, продегустировать ее и выбрать подходящее по вкусу и цвету, как говорится, для вас. Своеобразный сыр. Обычно его используют в добавлении к бутербродам. То есть сыр, томат и немного зелени. И все готовое ресторанное блюдо. Гости говорят, на фестивале настоящее раздолье для гурманов. Участниками стали более 100 производителей и фермерских хозяйств из разных регионов. Тут много чего интересного. Частные предприятия, люди привезли, что делают, что готовят своими руками. Все это очень интересно, привлекательно. Хотелось бы всем пожелать удачной торговли. Успейте посетить праздник вкуса и цвета. Фестиваль «Свое» будет работать до 10 октября. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».